Леандрим быстрый молот? Посол гномов? Мне нужно... То, чем нужно, ты не найдешь. Прошу простить нас. Посол не очень хорошо себя чувствует. А ты что, крепостной его, что ли? И когда посол собирается поправиться? Так и хочешь сказать. Ну ты давай, если ты слуга, ты давай это, мне точные сроки говори. Помочь ему, потому что портал в Нижний город потерял свою силу. С тех пор он налегает на выпивку. Ну что же за своим хозяином не следишь-то? Джаред, ты должен быть в постели. Слушайте, я знаю рецепт зелья, который может поставить Яндрима на ноги, но мне нужна ваша помощь, чтобы приготовить его. Что нужно, чтобы помочь Яндриму? Первым делом... Ударить его по щекам. Сделают жрецы и тонкий хрустальный сосуд, в котором нужно приготовить зелье.